куда летим? А? Мы? В Норвегию или куда там, в Нормандию. Ага. У нас все средства предосторожности. Теперь нас не узнать. Все, мы в Москве, короче. Будем здесь 4 часа что-то делать, потом полетим дальше. Я одел маску, когда только увидел китайца. Он при нем, да, одел маску в самолете. Это, конечно, наглость вообще. Я, конечно, ничего не хочу сказать. Может, он вообще не китайец, но, кстати, он очень на китайца похож, да, согласись? Ну, китаец. А еще индус там зашел. Когда в очереди стояли еще в Саратове, я увидел, что он в очередь подошел. Я подождал, пока там 4-5 человек перед ним встанут после него. И только потом я встал учить. Но это мера предосторожности. Мы во Внуково. У нас вылет в 2 часа 20 минут в Эвартноц. Ереван, Армения. Внуковский аэропорт пустой. Реально, реально мало народу. Прям вообще я не ожидал, что здесь практически никого не будет. Много лыжников, скейтбордистов. Сейчас сезон, да, вроде как. Mm-hmm. Вот. Ну а так тихо, спокойно. Это китайцев пока не видели, но иероглифы везде тут есть. Но маски не снимаем. Да, маски не снимаем. Я как это, Sub-Zero. Я сколько? Слушай, а видно, что я улыбаюсь по глазам? А я не видно. Коронавирус? Не. Че? Красиво же. Красиво. Mazda CX-5 за 150 рублей – это реально. Всем привет! Добро пожаловать на канал Easy Tuning. Каждый из вас может стать обладателем этого нового автомобиля Mazda CX-5, а для этого вам нужно выполнить ряд обязательных, но не очень сложных условий. Подробности и условия участия в данном конкурсе вы можете найти на нашем сайте, ссылка на который будет под этим роликом. Друзья, обязательно участвуйте в данном конкурсе, и этот автомобиль может стать вашим. Mazda CX-5, 2016 год, комплектация Supreme, то есть самая последняя, с диодными фарами. Автомобиль находится в идеальном техническом состоянии, все ТО по регламенту у официального дилера. Данный автомобиль легко может стать вашим, если вы выполните простые условия, которые, как я уже сказал, будут размещены на нашем сайте, а ссылку на этот сайт вы можете найти в описании к данному ролику. Я готов подарить свой автомобиль кому-то из вас ради того, чтобы продвинуть свой канал, то есть тут все просто. Вы не ищите здесь никаких обманов, ничего. Просто участвуйте, и именно ты, вот ты, кто сейчас смотришь и, возможно, даже не веришь своему будущему счастью, именно ты окажешься обладателем этого автомобиля. Mazda CX-5 ни разу меня не подводила.
Можете считать это как рекламу, но я очень доволен этим автомобилем. Этот автомобиль на каждый день. Плюс я путешествовал на нем, был на юге. Абсолютно никаких нареканий нету. И этот автомобиль полностью обслужен и может достаться вам. Смотри, просто образцовый подъезд, чистый-чистый. Как и двор. Здесь даже стыдно, чтобы не чисто было, понимаешь? Угу. Если будет грязь, кто-то возьмется, там, как не стыдно, не станет. Но Нивы любят, я знаю, здесь. Но Нива это Нива, у нее еще что-то в ней есть. Допустим, ну да, хоть там, там объяснить можно. Туда заехать, да. Какие-то места. Это все в продаже уже, все. Раньше вот оттуда начиналось, а сейчас уже отсюда идет. У нас есть это? Да, есть, конечно. Не Мондео, он как он называется? Фьюжн? Фьюжн, да. Есть, конечно, тут одна из самых топовых машин. Ford Fusion. А, да, да, есть. Вот именно Fusion уже он. Твои первые впечатления про авторынок, про Ереван, про людей. Поделись хоть каким-то своим впечатлением. Ну, частично похож на Саратов. Но чище Саратова, согласись? Но чище Саратова. Ну, такие же горы, вот серые дома вон там. Ну, как дома, да? Да, как будто не уезжал. Опять нам Арсен помогает. Подбираем еще один автомобиль. Людей сейчас здесь меньше, в общем, сейчас, я думаю, наверное, идеальное время, чтобы сюда ехать, правильно? А россияне вообще любят Хонду. Да, ребят, россияне любят Хонду Эльс. И здесь много. Пока много. Да. Корреспонденты из... России, да? Молодец, молодец. Ребята, какие машины вам нужны? Скажите. Дешевые. Ты уже звездой стал, блин. Ага, хорошо. Покушали дети. Ага, полочка. Порисовали. Документы заполнил важные, да?
подожди. Это снимаешь, да? Да. Снимай, армяне. Смотри, цены не падали, все хорошо. Опять армяне остались, едем. Угощайтесь, ребята, давайте. Барут здесь? Балюс. Ялес. Я же знаю, как отвечать. Для фэм, туанцес. Да, да, Балюс. Айдес, кисоурес, артен, айрин. Это у фэнаса. Да. Вот как должен идти человек, который машину ищет. Не спешит. Вот Евон Саратовский тоже, два блогера. Че, как дела? Отлично, ты как? Нормально. Ребят, езжайте, покупайте вообще. Тачек очень, тьма тьмущая, большое количество. С Казахстана никто не едет, поэтому здесь сейчас покупателей мало, можно торговаться. Мы будем торговаться вообще до последнего. Просто мы пока не нашли ту тачку, которую в душе нам ляжет. А сейчас найдем ту тачку и собьем цену конкретно. Ксерокушки, шашлыки. Пес, я такого вкусного шашлыка в своей жизни никогда не ел. Я теперь семью свою сюда привезу и буду кормить детей и думать здесь. Вот Серега блогер. Тебя как найти, Серега, вот в интернете? Ну, есть, канал Зитюнинг. Вот, друзья, подписывайтесь на Серегу. Глок, у тебя как канал? У меня авто из Армении, ВКонтакте группа есть. Ага. Вот. И на Ютубе тоже канал есть. Да. Хватит тоже авто из Армении. На армянский номерок группу будем обсуждать, решать вопросы. Если возникать какие-то будут проблемы, я думаю, когда количество много людей, мы все решим, любой вопрос. Правильно? Ну, правильно. Вот, создадим общество, консолидируемся, и все будет отлично. Человек на свете, который делает самый вкусный шашлык и делает самый вкусный хаш. Это он сам говорит. Сергей наш друг, наш армянский друг. Ужин готов. На моей свадьбе не было так красиво. Если кто-нибудь захочет сыр, здесь есть, я могу подать. Хорошо. Полу-польский говорю, полу-русский. Я в Польше жил. Вкусно. Здорово. Извините, я звоню. Без проблем. Я не согласен. Я никогда в жизни не ел такой вкусный шашлык. Да, вообще, для чего приехали? Чтобы добились того, что именно хотите. Я когда летом приеду с семьей, я Рафик, к вам приеду. Зависит просто
Жена тоже учительница, как все, сама. Ты там почувствуй, сам. Его потом, да? Ладно, друзья. Извиняюсь. Только ради этого стоило ехать, правильно? Теперь обратно можно ехать, не сожалеть, да? А можно и не ехать? Готовы. Ереван. И на русском. Я на красном читаю, красные буквы. Всем привет. Сегодня второй день в Армении. Сейчас я покажу номер. Мы сняли простой номер. В общем, мы сняли простой номер. Я сейчас его покажу. Вот здесь вот сидит наказанный Санек. Вот. Я ему определил место. Вчера мы не успели купить сим-карту, поэтому я не проводил стримы. Мы сейчас пойдем. Такой сидит в углу там. Короче, купим сейчас симку, позавтракаем, пойдем выбирать тачку. Вчера мы тачку не купили, потому что продавцов не было, но и цены завышены. Как вы помните, я об этом в субботу говорил. Санек, короче, говорит: не показывай кровати, то подумай, что мы вместе спали. Я ему предложил: давай раздвинем ее. Он говорит: нет, мы не будем раздвигать. Мне одному холодно спать. Так, говорит, загребь сначала подушечку, потом, говорит, положи мне, а потом, говорит, ложись, говорит, подальше от батареи. Я хочу к батарее поближе, блядь, лезть. В общем, в Армении, как всегда, круто. Здесь все супер, все приветливые. Мы вчера объелись, мы ели самый вкусный шашлык. Вообще, реально могу сказать, это был самый вкусный шашлык в моей жизни. Нас также сейчас угостили гренками в гостинице. Гостевой дом у Лилии. Я этот дом вам тоже покажу. Вот, будете в Ереване, обязательно заселяйтесь. Здесь нормальные цены и все супер вообще. Мы сняли самый дешевый номер, потому что мы прям очень-очень экономим. Нам нужно, короче, купить как можно круче тачку. Выбираем мы 3 литра где-то и какого-нибудь японца, и желательно на правом руле, чтобы все GDM style. Так, здесь шкаф, там наши вещи, здесь дополнительные шкафчики, что туда можно сложить. Одеяло очень толстые, спать вообще под ними комфортные. Отлично выспался, вот так я могу сказать. Комнатка небольшая. Так, ну, естественно, выдают тапочки, выдают полотенчики, все это дело есть. Что означает? Что? Тогда, когда была Великая Армения, до моря и до моря. Это Великая Армения, да. Вот когда был царь Тигран, вот когда цари начали пить. Его зовут тоже Тигран, да? Да, меня зовут. Когда цари собирались на ужин, вот когда начали чокать за то, что, чтобы никого не отравить, они чокали, и вот отсюда водка, или вино, да, вино, прескало туда, где все тоже цари были. И чтобы это означает, чтобы не отравить. Тогда у них были железные. Да, так они чокали большими, да. Чтобы не отравиться, вот доверие. Мы тоже. Вот оттуда идет и это чоканье армянские. Это за наше здоровье.
За первого весна, день весны. На левне. Сегодня. Поздравляем всех. Или мы рады, что вы из России приехали в Армению. За вас, за вашу родину. Чтобы всегда было благополучие. За всех народов. За нас, за вас и за солнечной Армении. Приедем. Один баран за нас. За наш счет. Баран, Липовка, все за нас. Когда захотите, приезжайте. Все, мы приедем. Все. Баран есть, шашлык есть, все есть. Машина, машина. Нам уже нужно сегодня выезжать, нужно сегодня уже выселяться. Вот. Но у нас остался выбор среди двух автомобилей. Сейчас нам нужно определиться, какой автомобиль мы берем. Nissan Tiana или Nissan Skyline. Вот. У того, у другого есть свои плюсы все и свои минусы. Точнее, как бы нужно проверить на наличие минусов. Они вроде бы есть, но по идее сейчас мы их проверим. Скорее всего, их нет. Это наше предупреждение. Вот, а потом мы выезжаем домой. Это ни о чем не говорит. 25 тысяч долларов. 78-й год. 1978. Пикничок сюда положить. Заводится. Заводится, друг мой. Он нормально работает. Вот, возьми, заводи. Заводи, братан! Подожди, я их не вижу. Ты меня возьми? Да подожди. Смирение выжимай. А крыша тоже открывается, Серег? Да, сейчас. А крышу тоже можно открыть. Подсадка не выдала. Удобно? Как и в Ламборгини, наверное, да? Дверь так легко закрывается, открывается вообще. Нормальная тачка, смотри. Вот, волк сзади, видишь? Из багажника выходит. Продается, надо кому звонить. 041-55-50-11. Из Японии. Такого нету. Сейчас кушаем шаурму по Ичме 11. Мы вообще приехали в Армению, чтобы кушать. Нет, машина — это просто предлог был. Это ламаджо. Сейчас мы будем это пробовать. Арсен, научи нас, как нужно это делать. Просто руками бей, вот так, кусками.
Лимон возьми один. Вот только лимон, да, и это туда положи. Ну, как тебе? В общем, вкуснее положи туда. Так, ребят, показываю вам гостиницу, которая нам очень нравится. Это гостевой дом у Лилии, улица Лесиняна, 88 в Ереване. Находится гостиница прямо в центре практически, рядом с метро. Отсюда можно пешком дойти до площади Республики. Это 2 километра, 700 метров. Ну, мы ходим пешком. Вот. Здесь очень крутые номера. Есть внизу, есть вверху, я вам сейчас покажу вверху. Здесь очень приятные и приветливые люди, демократичные цены. В общем, нам очень нравится это место. Я сделал небольшой обзор. Познакомьтесь, Лилия, Луиза, Карина. Хозяйки гостевого дома. Карина, да? А? Куколь бабушка, так ее называют. Да. Всегда накормят, всегда предложат кофе и чай. Да. Очень гостеприимные люди. Они сами это готовили, угощают людям. Да, летом, очень, летом очень вкусно. Вообще там все, там фрукты, да. Гранаты, там винограды всегда здесь лежит. Угу. Кто хочет, бесплатно там. Да, 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 все правильно. Вот. Да. Заходи, показали, она включит свет. Да. Продолжим обзор. Смотрите, какой красивый шкаф. Кожаная мебель. Все очень красиво. Детский уголок. Внук, когда приезжает. Да. Гости. Когда внук приезжает, здесь отдыхает. Камин, настоящий же камин, правильно? Да, да. Зажигаем. Люстры, все. Все очень классно. Очень тепло, очень по-домашнему. Так, пройдем вверх. Там номер такой свободный есть. Так, теперь поднимаемся на третий этаж. Вот один из номеров. Там есть балкон с отличным видом. Можно выходить туда, покурить, если кто-то курит. И вот этот мой любимый номер, который мы снимали с женой летом. Тут также есть выход на балкон. Очень уютненько, свежо. Телевизор, все можно посмотреть. На балкон ходить не буду, очень холодно. Да, те комнаты не покажу, они уже заняты. Вот, ну. Фотографии также можете посмотреть на букинге. Букинг, правильно? Кстати, букинг также вы можете там... В Инстаграме тоже есть. В Инстаграме есть. А, надо, вы мне напишите, какой Инстаграм. Google, ну, Google карты, да, фотографии есть. Можете гостиницу эту забронировать на букинге, booking.com. Я бронирую обычно там всегда. Вот. Все очень красиво. Классный армянский интерьер. Ага. Всем привет. Будете в Армении, обязательно здесь останавливайтесь. Контакты будут в описании. Бронируйте на букинге. Здесь очень приветливые люди, я рекомендую. Всем добрый вечер. Мы выехали в Саратов. Снимаю на Саньковский телефон. Мой занят указанием дороги, там навигатор. Буду снимать немного. Едем, сейчас заправимся и дальше поедем. Камарджоба. Мы уже в Грузии, только что проехали границу. Кушаем булочки армянские. В общем, мы заехали в Грузию. Границу прошли быстро, никого нету. На грузинской стороне много, очень много украинских туристов. Вот, ну, в общем, мы продолжаем свой путь. Ты себя как чувствуешь, Санек? Отлично. Тачка доволен? Да.
7:25 утра, Грузия. Я спал почти всю дорогу, поэтому я не снимал Тбилиси. Самая, наверное, холодная точка была — это -7 градусов, когда -8 градусов, когда мы поднимались в самый верх. Сейчас вот -2, то есть мы уже спускаемся вниз. Погода нормализуется, теплеет. Мы на летней резине, такая прям супер резина, которая не приспособлена вообще к зиме. Но нормально, проехали участок, все супер, не занесло ничего. Машина как утюг, очень широкие, очень большие колеса. Едем дальше. Туда. Санек хотел пройти тест-драйв в этих синих кабинках, но не прошел. Ты слабак, Санек. Иди сходи, ты пройди, ты же не слабак. Танцуй под бузову. Да? Под эту легкую музыку. А я не знаю это слово. Танцуй под бузову. Нет, ну давай что-нибудь другое. Конечно, давай, блин. Baby, I'm baby, cry, love you, I love you. Снова далеко, девочка с кантом. Да, дуэт наш. Вместо тепла зелень стекла, вместо огня дым перемен. Требуют, да? Наши сердца. Да, нет. Мы проехали границу российскую. Как обычно, на российских границах всегда загвоздки. Очень долго стояли, 5 часов стояли, чтобы пройти через границу России. Потом нас два раза досматривали. Один досматривал таможенник, потом он забыл доложить другому таможеннику. Другой таможенник нас досматривал еще раз, делал то же самое. Нас проверяли на коронавирус. В Грузии мерили температуру тела, температуру головы через электронный градусник. Ему ничего не мерили, а мне как пассажиру мерили. А уже в России, не выходя из машины, какой-то там специальный прибор, типа похожий на камеру, со всякими датчиками направляли на нас и говорили, что все в порядке. Проверяют всех на коронавирус. В Армении, пока мы были, был один человек, то есть подтвержденный случай заражения коронавирусом. Вообще армяне не боятся коронавируса, они ставят водку туда, чеснок кидает, и там в каждом углу стоит. Они говорят, мы не боимся коронавируса, мы не будем покупать маски. Так же сказали. У них масок нет просто. Мы сейчас едем в сторону Владикавказа, там перекусим, потому что не ели уже очень давно. Маджеста V8. V6 под Finder 4. Кабардино-Балкария, село Аргудан. Старый Черик, Кабардино-Балкария. Звездой. Это зайдет. Солнце мое,
взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Чего не боишься? И если есть порох, да и огня, вот так. Когда с тобой мы были детьми, два оборваться с улицы из неудачной семьи. Свои мечты хранили под ударами дубинок, мусоров от их ударов. Терялся смысл твоих слов. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, себя уже нету. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. В общем, я не знаю, где мы едем, но на 20-х катках здесь больно. Я не знаю, где мы находимся, я посмотрю потом, где мы находимся, и напишу, наверное. Здесь еще парикмахерская есть, и продается что-то.